Всем привет! Сегодня небольшой обзор ножей уже для кухни. Вот такой вот наборчик от компании Zwilling, Германия, Золлингер. Давайте откроем их. Вот блистеры, стану сразу бумажку эту, то блики идут от нее. Так, я вот так вот сделаю, кому интересно, может почитать. Давайте сверху. Ну, тут, по сути, да, на русском вот здесь. Так, сразу, кратко. Модель у нас 4 звезды. На немецкой, да, Vier Sterne. Специальная ножевая сталь. Нержавеющая. Технология закалки Фридур. Получается, сталь нагревают до 1000 градусов, потом отпускает на 800, и после этого она сама остывает до комнатной температуры, за счет чего она становится пластичной. Рукоять пластик, город Золлинген, Zwilling International GmbH, Made in Germany. Ножи идут в такой коробке, самый простой, по сути. По-моему, там еще в блистере может быть, но я точно уже не помню. Также они бывают комплектация, ну, деревянная подставка, и там может быть комплект из 5-6-7 предметов, ножницы, там ножи для хлеба и тому подобное. В комплекте у нас 3 ножа, большой нож поварской, 8 дюймов, потом нож для мяса 6 дюймов и маленький нож для овощей 4 дюйма. Кому так непонятно, как это, сколько дюймов и тому подобное, возьмем линейку. Давайте промерим лезвие. 19,5. Общая длина линейка на 30. Да, там 33, где-то 35 сантиметров полностью. Нож для мяса. Нож для мяса 28,5. И нож для овощей в районе 20. Давайте посмотрим по обуху, сколько они в самом широком месте. Тройка. Ну и возле кончика 0,5, средний двоечка, кончик тоже 0,5, и мелкий самый обух 1,5, возле кончика, ну, тоже, по сути, 5. Ну, вот так, в принципе. Тут у нас больше ничего нету в коробке. Я думаю, для кухни вполне хороший набор из 3 ножей. Давайте еще так поближе по информации на клинке, что у нас указано.
по цене уже надо смотреть. В каждой стране своя цена. Очень классные рукоятки, что нету здесь наборных каких-то плашек, накладок, не будет забиваться остатки тех продуктов, которых вы будете резать. Ну, в принципе, я надеюсь, все. Еще сделаю несколько фотографий. Все, всем пока. Yeah.